вами встречаемся в рамках вашей конференции, которая проходит в Южно-Каролинском онкоцентре. Сегодня был мастер-класс с доктором Воронцовым. Пожалуйста, расскажите нам, насколько полезны такие мастер-классы, каким образом это помогает в вашей работе. Нам это интересно. Сегодня действительно такой, можно сказать, знаменательный для нашей республики, для нашего онкодиспансера мастер-класс, который проводится впервые. Этот мастер-класс для нас очень важен, поскольку я думаю, что он это будет стартом для работы нашего диспансера, нашего отделения в лечении, хирургическом лечении пациента рака молочной железы, реконструктивных операций, восстановительных операций женщин, которые мы прооперировали по поводу рака молочной железы, удалили молочную железу именно в рамках восстановления. Это очень на сегодняшний момент является стандартом лечения, это очень актуально. Это актуально для пациенток в плане психологической восприятия себя, что у нее не утерян орган. Вот. Это в нашей республике, к сожалению, не проводится. Это только в рамках ВМП в других республиках. И я думаю, что именно сегодняшние операции, сегодняшний мастер-класс будет показательным для администрации, для Министерства нашего здравоохранения, что для наших фондов и будут закладываться средства, будем предлагать пациенткам выполнение именно операции, будем объяснять. Опыт у нас, к сожалению, небольшой, но мы учимся, мы ездим тоже на мастер-классы, даже в Республике Татарстан, в Москве, у Соболевского Владимира Анатольевича тоже участвовали. Вот, благодаря вот компании «Клавермед» сегодня, которая предоставила нам так любезно. Спасибо. Большое спасибо и пациенткам. Экспандеры тоже участвовали в мастер-классе «Breast Meeting» в Москве в этом году, тоже с участием компании «Клавермед». И, конечно же, компания мощнейшая, мировая, и хотелось бы работать с этой компанией, и надеемся, что мы будем работать с этой компанией, потому что это надежный партнер, и администрация, видя наши глаза, горящие глаза, которые мы сегодня так блестяще, который выполнил операцию Алексей Юрьевич Воронцов буквально налегке, мы сами даже виртуозно, да, эти операции, конечно же, и то, что это все было вживую, мы сами приняли в этих участие, мы ассистировали, вот, и, конечно же, это, ну, колоссальный опыт, колоссальное обучение, эти обучения, они необходимы, надеемся, что это обучение не первое, надеюсь, что это будет в рамках каких-то, может быть, конференций или отдельных мастер-классов, будет дальше. Я думаю, что мы будем так расти, потихонечку мы будем осваивать, внедрять, обучаться. Идти вперед. Идти только вперед, помогать женщинам таким грозным диагнозом, как рак молочной железы, чувствовать себя полноценной женщиной в плане эстетики, в плане здоровья. Я думаю, что будем вперед. Спасибо компании «Клавермед». Большое-большое спасибо, да, мы очень рады. Мы тоже очень рады сотрудничать с вами. А скажите, вот такой формат, когда обучение происходит именно в операционной, то есть, на ваш взгляд, вот именно такая форма нужна для практикующего врача? Насколько вот наиболее эффективна? На практикующего врача это должен, на мой взгляд, только такой формат, но, конечно же, это должно быть параллельно закреплено еще каким-то лекционным материалом или же лекционным материалом по ходу операции. Но именно только ощутив вот это вот практическое применение руками хирурга живого, только тогда действительно ты вот своими пальчиками ощущая всю эту работу,
это нужно, это номер один в обучении. То есть практическое обязательно должно быть. Конечно же, где-то между операциями небольшие такие лекционные. Обсуждение должно быть, да? Экспандеров, имплантов, правила подбора, разметки, да, вот угу. это все, которое... Но это, да, без только практики, мастер-класс, не только лекционный, который ты, ну, слушаешь, да. Либо же это хотя бы онлайн таких трансляции, которые тоже позволяют общаться, да, общаться непосредственно, потому что если это большое количество обучающих, да, очень людей, сложно, да, участника организации в операционном, а если вот это мини, как сегодня у нас это было, это, конечно, ну, высший пилотаж, который... А какие еще темы, так скажем, или виды, типы операций могли бы быть интересны вот в рамках таких тренингов? Ну, интересно, конечно же, это если вот сегодня мы возьмем, это было у нас установка экспандера, да. Следующий мастер-класс и замена экспандера на имплант тоже бы все это бы ощутить. И, конечно же, это сочетание... реконструкции тканевыми экспандерами импланты плюс местными тканями, ну не с тканями, а именно да, это в плане ТДЛ, в плане траймлоскута, вот этих вот сочетаний, и плюс, конечно же, некоторых элементов эстетической хирургии, потому что после установки экспандеров и имплантов всегда большая часть требуется еще эстетическая коррекция противоположной молочной железы. Это тоже бы нам, ну, конечно, комбинированные интересно, методики. Да, комбинированные методики, потому что после, когда имплант вставляют, ну, иногда приходится корректировать молочную железу противоположную, которая у нас тоже опыта, ну, практически его нет. Конечно, это был вот такой формат, тоже очень интересен. Спасибо вам большое. Мы тоже будем стараться идти в ногу со временем, и ваши ожидания оправдывают. Большое спасибо. Спасибо до вам встречи. Еще раз. Да, до встречи.